Действительно, Следственный комитет проводит расследование, и до тех пор, пока оно не закончено, эти остатки самолета им нужны. Это первое. Второе, что касается по сути. Слушайте, ну надо прекратить всякие спекуляции на этот счет. Но трагедия произошла страшная. Я лично читал переговоры пилота и человека, который там из охраны, что ли, президента погибшего, который зашел в кабину. Но я лично читал расшифровку, когда вот вошедший в кабину пилотов человек, я забыл уж какого фамилии, там фамилия есть конкретная, требует посадки. Пилот отвечает: не могу, садиться нельзя. На что вошедший в кабину человек из окружения президента говорит: я не могу это доложить начальнику. Давай делай, что хочешь, садись. Ну, послушайте, ну, там, все же ясно. Ну, чего спекулировать? Трагедия страшная. Мы сделали все, чтобы расследовать это. Ну, не надо использовать это для какого-то нагнетания в межгосударственных отношениях. Вот и все. Там и так все понятно. Если что-то еще непонятно, пускай следственные органы там доразбираются.